Очко репит? Репит, а вот машина. Ну да, видишь, если бы не притормозил бы, хуже дело было бы. Я скажу так. Сигналь полын, нахуй. Ну да, тут мы заедем, не заедем. Заедем, да, только не подняться, наверное. Что такое, Максим? Ух, ёб твою, блядь. А можно проехать? Да сейчас, он заглох у него что-то. Вы влог снимаете, да? Да. Как канал называется? Макс, дядька Максим. Да заглох что-то. Да, вот если бы знать, что там случилось. Да, блин, из-за этой машины. Я думал, как не врезаться в нее. Накат офигенный. Я, короче, лечу. Смотрю, уже паутине где-то. А ну ж тормозить надо. Я смотрю, кто-то тут машину поставил. И заглох. Ничего. Это бывает. Сейчас оно всосет. Через железный мост не едем, едем прям. Вот. Ну, как скажешь. Ну, короче, за мной едьте. Да. Покажу вам. Вот по кругу едем, да, короче? Обалденный вид, ну. Так вот. На Донецкое море все. Поедем. Ну, почти. Так поехали на Донецкое. Давай, жги, Максим. Это твоя стихия начинается сейчас. Да, это моя стихия. Ну, как он едет? По кругу, да? По кругу, только на мост не поедем там, а дальше там прямо, понял? А сейчас пока вокруг столка. Ты сигналь заранее, когда едешь. Уважаемые подписчики, у меня пропал сигнал. Скажите, что делать. Ага, спасибо. Крестненько, да? С этим сигналом. Тут людей много. Не-не-не, дальше едем. Очень коварный поворот. Да что ты ни передачи не разберешься, уже ездишь полгода и все. И все не так.
сильный там. Ну да, скутер Санёк не успел. Вот красота, снег. Он мирный называется. Широкий, да? Широкий, мирный там. Подождем Санька. Видим, это эти кроты. Кроты. Что-то он отстал. Хотя бы. Это что, я так сильно отдал? Не знаю. Ну выезжай за ворота. Мы сейчас